Всем доброго времени суток, всем привет! Приготовим сегодня лечо. Ну а для начала я хочу вам представить канал Марина Старт 81. Канал очень интересный, кулинарный, реально вкусный. На канале подписано уже более 52 тысяч подписчиков. А это означает очень хороший канал, хороший показатель. Советую, рекомендую подписаться, посмотреть, зайти, поставить лайки. Ссылочку под видео оставлю на канал. Так что заходите и подписывайтесь на канал Марина Стар 81. Ну а лечо начнем со стерилизации баночек. Налили водички грамм по 50 и отправим в микроволновку. Крышечки обязательно прокипятим минутки 3-5. Баночки, как видите, отправила в микроволновку и включаю на 8-10 минут. Вот так. Как закипят, покипят достаточно. Подготовили перец, вот такой вот, как видите, я обрезала, почистила, взвесила. Вот тут у меня уже обрезанного, почищенного перца 2,5 килограмма. Я его потом нарежу дольками, ну а резать можно как хотите. Можете полукольцами нарезать, можете кубиками. Помидоры я взяла 2 килограмма уже обрезанных, помытых, чистых, уже, как видите, взвешенных 2 килограмма вот тут у меня. У меня в холодильнике залежался вот такой вот один кабачок. Я его тоже переключу на мясорубке, нашу лечо. Можете не класть кабачок. Я же все-таки переключу его вместе с помидорами. Соль 30 грамм, 1 столовая ложка. Сахар 5 ложечек, 100 грамм у меня вот тут. Это нам понадобится в самом конце. Конечно же, масло растительное, стаканчик 250 грамм. Конечно же, смесь перцев я горошек положу туда. И черный молотый перчик чуть-чуть туда в конце. Это нам в самом конце понадобится. Смесь перцев можно просто черный горошек перец взять. Уксус 9%. Он нам понадобится в самом конце, пару ложек достаточно будет. Итак, крышечки прокипятили, вытаскиваем их на полотенчико, переворачиваем, чтобы они у нас стекли. Баночки уже тоже простерилизовались. Итак, начнем с кабачка. Кабачок мы нарезаем и перекручиваем на мясорубке. Лечо получается очень густым и вкусным, попробуйте по моему рецепту. Итак, баночки простерилизовались, сливаем водичку и переворачиваем на полотенчико. Ну что ж, займемся помидорами и кабачком. Перекручиваем на мясорубке помидор и кабачки. И так далее со всеми помидорами и кабачком. И собираем сразу ту посуду, где будем уже готовить наше лечо. Вот я все перемолола, отправляю на печку, включаю конфорку и следим, как закипит. Убавим огонечек, неплотно прикроем и будем варить томат 20 минут, а потом уже будем добавлять сюда перец нарезанный. Итак, следим. До закипания мы помешаем раза два наш томат, чтоб не подгорел. Ну а перчик мы нарежем дольками. Можете соломкой, можете полукольцами, можете кубиками, как вам нравится. Я вот такими вот дольками нарежу перец. Вот так. Вот прямо один перец на 8-10 частей. Вот так. Крупненько люблю я лечо готовить, по-цыгански. Итак, весь перчик порежем. Итак, томат наш помешаем еще раз, почти-почти закипает, как видите. Мешаем почему раза два, чтобы не пригорело, так как томат может очень быстро пригореть. Итак, видите, уже я помешала два раза, вот уже на третий раз томат наш закипел. Все, помешиваем. И уже можно засекать время. Сейчас только убедимся, что тут все кипит у нас. Все отлично закипело. Помешаем и прикроем крышкой и дадим закипеть. Да, конечно, не забудьте время засекать 20 минут. Все, можно засекать время. Неплотно закрываем. Газ, естественно, прикручиваем. Ну или плиту на троечку. Перец я подготовила, порезала, вот как видите. Ждем время. Через 20 минут мы будем уже закладывать перец в кастрюлю. Томат. Помешаем. Все кипит нормально, прикрутили. Во время кипения можно один раз томат помешать. Ну что ж, время прошло, 20 минут покипело, можно уже отправлять перец. И как закипит, 20 минут варим перец. И тогда уже за 5 минут до готовности отправим сахар, уксус, соль и перец душистый, черный молотый. Помешаем, слегка как бы приподнимем чуть-чуть. Оно сейчас все это осядет. Кажется, что жидкости совсем нет, совсем мало. Нет, все нормально, не бойтесь. Перец сейчас сок даст и будет очень много жидкости. То есть все в меру.
прикрываем, чтобы быстрее закипело. Как закипит, тогда чуть-чуть приоткроем. Газ, естественно, добавим сейчас, чтобы закипело быстрее. Потом можно убавить, когда закипит. Итак, прошло у меня минут 10. Что-то там бурлит уже. Можно помешать. Мешаем аккуратненько. Снизу берем и приподнимаем. Для того, чтобы все это не превратить в кашу. Так как перец у нас нежный. И может превратиться быстро в кашу. Вот как видите, уже жидкость есть. Сок пустил уже перец. То есть все нормально. Прикрываем и ждем, как закипит. Тогда уже убавим огонь и приоткроем крышку немножко. Так еще прошло время у меня. Перец очень хорошо сел, сок пустил, смотрите, сколько его стало. Отлично. Теперь аккуратно перемешиваем, ложкой слегка сверху утрамбовываем, прикрываем неплотно и даем все это закипеть. Вот, уже кипит. Все, засекаем 20 минут. Убавляем немножко огонь. И за 5 минут до готовности уже отправим соль, уксус, перец черный молотый, горошек, перец и масло растительное. Итак, прошло время 15 минут, то есть 5 минут до готовности. Теперь отправляем сахар, засыпаем сюда все ингредиенты, соль, перец, горошек, перец. Я смесь перцев взяла, как и сказала. Отправляем все в наше лечо. Добавляем масло растительное. Ну и, конечно же, добавим уксус. Обязательно поперчим немножечко, с пол чайной ложечки. Можете чайную ложку положить, черный молотый перчик, не помешает. Вот так. Перец очень хороший, ароматный, поэтому я выбираю этот перец. Вот так, поперчили, достаточно. Ну и, конечно, вливаем теперь уже уксус. Я волью пару столовых больших ложек уксуса 9%. Вот так. Можете 3 ложки положить. Я думаю, 2 ложки достаточно. Перемешали аккуратненько, так чтобы перец не повредить. Вот видите, сколько бульона получилось. Все, перец готов. Дадим 5 минут сейчас покипеть. И будем уже перец, то есть лечо, закладывать в баночки. Прикроем, чтобы быстрее закипело. И дадим покипеть 5 минут. Итак, прикрываем крышкой, чтобы быстрее закипело. Можете немножко огонь добавить. У меня уже почти кипит. Все, прошло 5 минут. Осталось разлить по баночкам. Вот такое лечо мы приготовили. Убираем с конфорки, но не полностью. Так, чтобы с краешку кипело. Вот видите, да? Немножечко стоит у меня на краю конфорки. Все, разливаем по баночкам. Закатываем. Переворачиваем на стол, дадим полностью остыть и убираем в кладовку или в погреб. Я же буду хранить в шкафу на кухне. Ну что ж, готовьте, пробуйте. Рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании ссылочка на наш семейный канал. Заходите, подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши пожелания. Мы приготовили 4,5 литра лечо.
понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!